Здравствуйте, это канал Максимадзе, и опять уже в который раз давно не играли GTA San Andreas Definitive Edition. Раз в два месяца выходит с серии, и это плохо. Что-то я вообще очень тяну с этой игрой, и с другими частями GTA тоже, особенно с GTA 3, там раз в 4 месяца, по-моему, серия выходит. В 2-3, наверное. Короче, сегодня мы будем выполнять задание в Узиму. Главу этих китайских триад. Собственно говоря, мы в китайском квартале сейчас, как вы видите. И будем работать на китайцев. А в следующей серии мы будем заканчивать второй сезон уже. Ну и, собственно говоря, как-то вот так. Mountain Cloud Boys. Мы закрыты. Тихо, я пришел к Вузе. А, ну тогда наверх по лестнице. О, тупица. Я Джонсон, я пришел к Вузе. У меня работа с ним. А, проходите, да. Да. Вы знаете о проклятии нашего босса? Про каком еще проклятии? Он слепой. Слепой? А ведь мы недавно гоняли с ним на тачках. Да, знаю. Он наделен невероятно большой удачей. Поэтому триады делают все ради него. Мы зовем его Крот Везунчик. Вот так. Хорошо. Буду иметь в виду. Окей. Вузи. А, привет, Карл. Как дела, Вузи? Как поживаешь? Хочу кое-что уяснить. Я не могу принять твою помощь, пока не скажу тебе, кто я такой и все такое. Позволь представиться тогда. Я главарь группировки Mountain Clouds. Что ж, рад знакомству. Да, взаимно. Садись. Как Дайло, группировки триад, я несу ответственность, чтобы споры решались без причинения ущерба важным делам. И какова же моя в этом роль? А, увидим. Я хочу заглянуть между парням из триады, где я не показывался с момента последнего собрания. Как там называется? Пойдем со мной, увидишь, как мы, триады, делаем все без применения ненужного насилия. Ладно, поехали. Красивое помещение у него, ничего не скажешь. Нам нужна машина. Ладно. Собрание Тонга. Ну, тут вообще-то и пешком можно дойти. Ну, вдруг нам придется куда-то уезжать. Так что возьмем. У триад Блудфизер есть склад тут недалеко. Посмотрим, что они могут рассказать. О каких проблемах речь идет? В последнее время вьетнамские банды начали доставлять нам проблемы. Мы не знаем, почему они стали такими смелыми, но эта ситуация меня сильно тревожит. Чем же я могу помочь вам? Ты посторонний человек, вот в чем. Вот оно здесь. Идем. И так, где же этот булыжник? Ты чего делаешь-то? Просто... Да помолчи ты просто, пока сюда давай. Так, мне кажется, его надо подтолкнуть, он что-то заглючил, он не туда пошел. И что случилось с этими людьми, куда они бегут? Что-то тут не так, по-моему, надо быть осторожным. Ну чего ты встал, иди! Вузи у нас немного глючный. Иди давай, чего встал? В Android версии, в мобильной, которую я играл, и здесь он что-то не, вообще никуда не идет.
Что с ним делать, я не знаю. Придется толкать, походу. Ладно, я его ударю. Иди! Чего встал-то? Если он не пойдет, миссия не сможет продолжиться. Что мне делать-то? Ай, ладно. Я сам пойду туда. Может, это как-нибудь поможет хоть. А, или может он сказал, сам иди. Мы на месте, давай сюда. Эти ворота обычно тут закрыты. Не отставай. Вузи, тут что-то... Эй! Прости, не заметил, что ты тут лежишь. Да он мертв, как и все остальные. Парни из Блудвизер уничтожены? Ой, извините, я испугался и спрятался. Чего случилось здесь? Вьетнамцы устроили засаду, они убивали всех здесь. Ой, они возвращаются. Так, не зря я оружие сейчас достал. Да, кстати, Вузи все-таки должен был идти вперед. Вот, я его толкал сейчас. Он должен был вперед идти, он должен был еще врезаться в стену и упасть. Это я прям видел, когда играл, помню, по-моему, в оригинале. Еще играл, видел это. Он еще и стрелять умеет. Обалдеть. Так. Патронов мало. Снайпер. Криворукий он какой-то совсем. Так, стоп, тут еще враги, он там где-то прячется. Вот так-то. Пора полезать в тачку побыстрее. У нас компания на хвосте. Это рискованно было. Кажется, я сам их уничтожу быстрее. И почему камера кверху? Я не могу вниз направить ее никак. Да блин, они нашу машину быстрее у них. Ой-ой-ой, нельзя, чтобы она взорвалась рядом с нами. О, пипец. Все, все, нам пипец. Да. Ну, кто знал, что так выйдет? Много выйдет. Так, все, в этот раз было это гораздо проще. Спасибо, Карл. Ты оказал мне очень неоценимую услугу. Приехали. Я позабочусь о том, чтобы Ред Конго больше такого не происходило. Плохо платит, но это пока для начала. Так. Рамфали. Эй, Вузи, как обстановочка? Позволь Си Джей мне представить нашему Шукфу. Рамфали. Он глава Ред Конго Тонг на западном побережье. Как дела? Канг передал сообщение от Каулга. Вьетнамская криминальная группировка Дананг готовится переехать в Соединенные Штаты. Это может стать объединением тех трусливых атак на триад Блудвизер. У нас могут появиться проблемы. Шукфу хотел бы вернуть себе посылку назад. Курьер оставил ее в аэропорту на стоянке. Эта посылка очень важна для нас. Я, наверное, могу это сделать.
Он из Триад или из парней Mountain Clouds? Нет, просто друг. И он будет меньше привлекать внимание Дананг. Окей. Ну что ж, спасибо. Очень необычный диалог получился между СиДжеем и Рамфали, который вообще не умеет говорить. У нас мало патронов. Как-то придется выкручиваться. Кстати, для одного из заданий от Вузи пришлось нырять и выныривать в воде. Я возле пирса 69 это делал. Надо было увеличить объем легких. Если его не увеличить, миссия будет недоступна. Поэтому я это заранее сделал. Так, я помню, кстати, эту миссию. Я в Android-версии играл. У меня, когда я заезжал на эту парковку, пропадали текстуры внутри. Я ничего не видел вообще. Так, и тут тоже плохо видно, кстати. Так. Так, а вот и наша тачка. Сейчас понаедут. Так, пули лучше не тратить. В крайних случаях только использовать теперь. Блин. Темно, плохо видно. Уеду еще как уеду. Так, повсюду их машины стоят и мотоциклы. Так, лучше давить газу как можно. Всё, патронов больше нет, но этот мотоциклист нам ничего сделать не сможет. У него нет оружия. Разве похоже, что есть оружие? Вот, и останься там, блин. Эх, догнал. Блин, не получилось сделать так. Я хотел перед ним резко затормозить, чтобы он врезался в меня и сдох. Но не получилось. Он Б.
пошел вон. Еще одно подкрепление. Отлично. Эй, Цезарь, наркота покидает Сан-Фьеро, да? Да, но они едут на мотоциклах по бездорожью. Не, у меня дела сейчас есть другие. Так, мне надо транспортное средство какое-нибудь. Но не рядом с полицией. Пошел вон. Едем на следующую миссию. Не так далеко это вроде бы. Я даже помню вроде, что в этой миссии надо будет делать. Там надо будет ехать по сельской местности. Довольно долго ехать. Люр. А, подождите. Свинода! Да! Каталина, это опять ты? Ах, пошла нафиг она. Люр. Я вас уважаю и готов разделить с вами свой дом. Но вы должны обмануть этих ящериц. Им не место под солнцем. Мы не можем уйти отсюда. Парни из Данак следят за этой квартирой. Как только мы выйдем, они попробуют его убить. А в чем проблема? Почему бы вам просто не уехать отсюда? Какое-нибудь тихое место, они последуют за вами, после этого избавимся от их задниц, и никаких проблем. Что ж, да. Ты кажешься нам забавным. Мистер Фарли находится здесь, вот они так думают. Значит, они последуют за вашей машиной, за рулем буду я, а тем временем вы сможете спокойно уйти, все просто. О, хорошая идея. В случае успеха ваша сторона будет вознаграждена, мистер Джонсон. Так, короче. Выйдем за город на этой машине. Парни из Дананга подумают, что это триады. И последуют за нами. А эти пока по-быстрому свалят. Ранфали по-быстрому свалит из этой квартирки. Так, да. Там в Angel Pine, по-моему, ехать нужно будет. Что это за гаражи? Ангар какой-то. Блин, эта машина перевернуться может легко. Надо аккуратно ехать.
Ага, вон, Angel Pine, по-моему, там. Тут где-то бронежилет лежит, но выходить из машины не рекомендуется. Вот этот домик можно купить. Кстати, домик довольно прикольный. Бывал я в нем уже. Ага, вот и они. Они будут по нам стрелять, но нам лучше ответ им не давать. Нам нельзя, пока они не должны увидеть, кто за рулем сидит. Хотя мы, по-моему, дымим уже потихоньку. А, нет, еще не дымим. Надо ехать. Надо ехать быстро, пока машину не взорвали. Встань, пожалуйста, встань. Фух, повезло. Придется заново разгонять скорость, и машина может взорваться. Да, машина не может разогнаться. Да, все, все, мы тут проиграли. Все, все, сейчас машина взорвется. А! Это не проигрыш еще, просто двери отлетели. Надо ехать, не сбавлять скорости, чтобы они не увидели, кто за рулем. О, нет, только не это. Твою мать, они увидели. Все. Потому что перевернулся и так вот вышло. А, это контрольная точка, отлично. Не придется заново ехать сюда. Потому что я перевернулся, и машина уже не смогла набрать ход. Надо ехать быстро, но не слишком, походу. Я думал, это повреждение, через которое взорвется сама машина, а это двери просто отлетят от нее. Так, вот на этом мосту я улетел. И здесь вот уже ход так она нормально не наберет. Но они там пока отстают, так что у нас пока полно времени. В тот раз они нас просто догнали, потому что мы перевернулись. А тут все гораздо будет легче. Так, здесь едем аккуратно, чтобы не перевернуться опять. Так, дождь пошел. После этого задания переключу запись, потому что мне... И скину запись с камеры на компьютер. Потому что мне так иначе не хватит места в телефоне. Вебка у меня теперь телефон. Та сломалась вебка. Мистер Джонсон, это Гуппи.
С вами все в порядке? Да, они, кажется, поглотили наживку, как лохи. Мистер Рамфали уехал? Да, Вузи сопроводил его в безопасное место. Благодарю. Хорошо, увидимся. Черт, это подстава. Назад в Чайнатаун. О, с каждой миссией все больше и больше платят. Так, короче, переключаем запись. Короче, чтобы вас не томить, я решил продолжить переключить запись уже сразу вот здесь, чтобы не пришлось вам смотреть, как я еду долго сюда. Ну, а я закупился оружием, взял также броню, которая нам нужна будет на следующих миссиях обязательно. А, блин, надо подождать. Так, ладно. Чик-чик. На другой машине, короче, еду. Потому что я вышел из машины, сохранился, а потом машина вообще исчезла. Amphibious Assault. Подожди. Ты хочешь сказать, что не умеешь плавать? Когда я захожу в воду, меня это на панику наводит. К тому же я боюсь угрей, кальмаров, морских водорослей и... Ладно, я понимаю. Просто оправдание находишь. Слушай, Си-Джей, мне нужен человек, который не состоит в банде Триад, и которому я могу доверять. Ладно, хорошо, давай повторим, что ты хочешь вообще. Ты хочешь, чтобы я прыгнул в грязную портовую воду и поплыл мимо маленьких коричневых медуз и вьетнамских гангстеров, чтобы установить жучок на корабле в порту? Ты плохо об этом говоришь, да? Слушай, я когда был ребенком, я плавал в море у пляжа Санта-Мария. И однажды мне в лицо попал презерватив. Ужасы вроде этого остаются с тобой на всю жизнь, запомни это. Я хочу тебе признаться. Я слепой. А, вот оно как значит. Хотя я не тренировал свои другие чувства, осязание, обоняние, но в воде чувства все эти будут бесполезны. Ладно, хорошо, не терзай себя из-за этого. Так и быть, я все это сделаю. И, кстати, ты знаешь, что я не черт, да, и не китаец. Я слепой, но не тупой, Карл. Так, да, вот как раз таки для этой миссии надо было прокачивать этот уровень объема легких. Привет, привет, Гупи, извини, что сбил тебя. Так, блин, вот на этих дорогах машина не может нормально встать, блин, ехать. Так, здесь надо ехать.
Как раз таки в этой миссии мы будем плавать под водой. И действительно, для нее действительно нужен этот... Нужно оружие и броня. Ладно. Судно, на которое нужно уничтожить жучок, стоит на якоре в море. Вам придется добраться туда вплавь. Маршрут патрулируют ребята из банды Дананг. Хорошая была история про презерватив, конечно, у него. Так, здесь перекрыт, придется плыть под водой. Ну, хотя, знаете, на самом деле... Вот здесь видно дырочку небольшую, но, похоже, Сиджей туда не протиснется. Я не могу никак привыкнуть, что здесь нырять не на пробел. В GTA 5 это было на пробел. Плавать в GTA 5 намного легче. Так, уже выносливость заканчивается. Давайте немножко остановимся, чтобы ее возродить. Выносливость у нас прокачана немного. Характеристики воскресенья. Воскресенье, я так понял, это день недели в игре. Но не, это не явно же название характеристиков. Так, сила. Сколько у нас выносливости и шкалы никакой нету. Она есть в мобильной версии, а здесь нет. Так, еще один тоннель. Ждем, когда заполнится полностью воздух. И ныряем. Каждый тоннель, по-моему, все глубже и глубже становится. Ой-ой-ой-ой, я могу не успеть вылезти. Давай, пожалуйста, поднимись поскорее. О, все. Путь к кораблю лежит через зону, патрулируемую двумя лодками. Если они тебя заметят, ныряй в воду, чтобы избавиться от их внимания. Не плыви на поверхности воды, иначе тебя заметят. А я знаю, как сделать все проще. Мы не поплывем к этим кораблям. Ой, блин. В воду скорее. Я проглядел это место. Мы должны залезть наверх туда. Как он на воздухе стоит, я не знаю. Но, в общем, берем снайперскую винтовку и отстреливаем их всех из нее. Ай, блин, они больно стреляют. Короче говоря, убить всех, кто на корабле, кто на этой, на катере на этом, и сесть в один из них и доплыть до туда на катере. Надеюсь, там никого нету. На нем уже. Давай, залезай туда. Ага. Есть. Давай, вставай за штурвал быстрее. Чего ты тормозишь-то? Так, вот, этих тоже надо бы поубивать. Было бы неплохо. Давайте припаркуемся вот здесь где-то. Немножко назад отплывем. И перестреляем и ту лодку. Сделать это стоит для того, чтобы за нам не было погони потом.
с этими покончено. Теперь подплывем чуть-чуть поближе, разберемся с теми. Кстати, уже наступает утро. Так, блин, туда ближе не надо. Если мы туда ближе подойдем, на нас розыск могут наложить. Потому что, по-моему, это... Давайте посмотрим на карте. Да, это уже пределы. Это карта, на которую нам еще нельзя пока. Она заблокирована для нас пока. Так, все, с этими тоже разобрались. Можем подниматься на корабль. Полностью набитый контейнерами. Вот здесь остановимся. Так, нет, снайперскую уберем. Давайте возьмем что-нибудь скорострельное. Кто мне пишет, блин, в телефоне. Так, тут по-любому будут какие-нибудь стрелки, так что будем осторожны. Тем более у нас нету брони. Она вся закончилась. Была, наверное, даже неплохая идея купить АК-47. Он очень пригодился бы. Пока никакой охраны не видать. Но тут по-любому кто-то еще должен быть. Внизу, например. Не видать никого. Да, это выход обратно сюда. А, нет, это выход внутрь. Внутрь. Нам сюда не надо. Нам не надо сюда пока. А надо в другую какую-то комнату. Но я, наверное, не в ту дверь зашел. Или в ту. В какую я заходить должен был? Я что-то не понял. Давайте пока оружие другое возьмем, чтобы бегать было удобнее. Не, погодите. По-моему, я других дверей-то здесь и нету. И на верхнюю палубу не подняться. Только туда остается идти. Ладно, единственный вариант идти вон там понизу. Никаких других вариантов просто нет. Наверное, там куда-то. Куда-то туда надо. Подождите, нет, не сюда. Я что-то заблудился. Куда надо идти-то? Видать, снаружи где-то еще проход есть. Потому что других вариантов я не наблюдаю. Может быть, за этой дверью что-то есть, но она заперта. Подождите. По-моему, я что-то забыл в море. Ну вот, я типа поднялся сюда и чё? А почему она не засчиталась? Ага, вот, всё. Это глюк игры был, понятно. Это был глюк игры, не сработал скрипт. До жучка-то я стопудово добрался. До места, куда его устанавливать нужно, вернее. Игра глюкнула, вот и всё. Поэтому я даже и охрана никакая не заспаунилась. Ну и куда он исчез? Эй, ладно, фиг с ним.
Во-во. Вот, здесь надо его поставить. А. Скройтесь от охраны. Так я скрылся же от охраны. Надо того убить, что ли, который там ходит. Блин, это в этой миссии можно запутаться, блин. Да-да-да, надо от того избавиться. Охранника, похоже. Блин. Здесь нет прохода. Так, надеюсь, теперь можно. Наконец-то. Эта миссия мне немного голову поморочила своими глюками. Что скрипт, то скрипт не сработал, то охранника всех надо перебить. То выносливость заканчивается, я не могу бежать. Насчет этих кораблей можно, катеров можно не париться. Они все обезврежены, так сказать. На них нету людей уже. Так что поехали нафиг отсюда. Так, здесь где-то лежит броня, но я думаю, ее нету смысла брать. В следующей миссии у нас пропадет все оружие и броня. По скрипту. Так что никакого смысла ее брать нету. Блин, стой. Поехали на последнюю миссию на сегодня. Она будет довольно-таки сложной, но, надеюсь, пройдем. Деданг танк. О, СиДжей, я как раз собирался уходить. Это не просто дела. Это мой билет, благодаря которому мне гарантировано место в Ронкон. Но тут кое-что случилось. Так, секунду. Литл Леон, какие там... Чё там? О, ну почему именно сегодня-то, е-мое? А, ладно, возьми Гупи и позаботься об этом. Проблемы? Парни из Дананга прибывают сегодня на грузовой корабль. Литл Леон отправился разведать ситуацию, я, по правде говоря, тоже должен пойти. Не беспокойся, я все сделаю. Спасибо, Карл, ты друг настоящий. Твоя помощь и дружба просто бесценны. Да ладно? Где остальные парни? Они взяли вертолет, чтобы сделать пару кругов над кораблем. Если все пройдет как надо, я позвоню тебе как-нибудь на неделе и предложу тебе стать совладельцем моего нового... недвижимости. О, СиДжей, что ты тут делаешь? Я столкнулся с Вузи в дверях, когда он уходил. Сказал, что... Я ему сказал, что полечу я. Мы не летим. Мы... кое-что другое делаем. Так, обстреливаем этот корабль.
Я так понял, это тот самый корабль, да, на котором мы жучок ставили, только... Только, по-моему, контейнеров стало больше. Нет, это... Погодите, это не то судно, это другое. Тот корабль был меньше. Так. Сейчас отведают силушки скорострельные. Очень скорострельные. Ой-ой-ой, РПГ! Я не могу что-то попасть с него, какого фига? Ой, мы подбиты. О, блин, это было больно. Я потерял свое оружие, остался только мой нож. Да, а все остальные сдохли, что ли? Погибли? Да, как говорил Крис Брэдфорд из «Черепашек-ниндзя» 2012 года. Выживших видишь? Не, вроде не. Вряд ли бы кто-то после этого выжил. Короче, он говорил, лучше погибнуть с честью, чем жить с позором. Это я возьму себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Оружие больше пригодится. Надо постараться не допустить смерти. Там будут сердечки, конечно, всякие броня, но до них надо еще добраться. Слишком далеко не долетит пуля до туда. Это ты, блин, закончились пушки. Ох, глубоковато. Не, это точно не тот корабль. Это точно не тот корабль, что он, на который мы жучок ставили. Этот намного больше. И контейнеров здесь больше. А контейнеров что-то тут совсем много. Вот здесь где-то сердечко, по-моему, есть. Где-то в этих местах. Так, потрясающе. Мы можем... О-о-о-о, блин, зачем я так отвлекаюсь? А вот и сердечко. Оно нам очень пригодится. Оно нам чрезвычайно нужно. Можем смотреть голову Си-Джея. Да вылезай, выходи, покажись, прими вызов на бой честный. Раз я уже морду рожу Си-Джея сейчас увидел. Здесь контрольная точка, надеюсь, будет. Тише, тише. Хотите, чтобы сюда Снейкхед пришел? Да, эту строчку не удосужились перевести. Это что за хрен? Сейчас он получит у нас. Где-то тут броня, по-моему, лежит. А еще я помню, здесь один из парней будет кидать гранату. Надо убежать
По-бырому будет. Где-то тут, по-моему, бронежилет лежит. Бронежилет необходим. Просто необходим тут. Без него никак. Так, где-то тут еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жопа. Вот бронежилет нам как нужен. Так, по-моему, оттуда будут кидать гранату. Оттуда. Бежим! Скорее, пока граната не рванула. О, повезло как. Фух. Выкрутились. Помоги нам. Кто там? Снейкхед обманул нас. Мы его заложники. Помоги нам бежать, прошу тебя. Змейк находится на капитанском мостике. Да. В английской версии Снейкхед его зовут. А тут, в этом переводе змей. Ну и можно еще называть змейк. Змейк. Ну, Снейкхед как-то лучше, наверное. Змейкхед, блин. Змейкоголовый, но такое прозвище ему явно не подойдет, потому что вообще это на самом деле не так. Снейкхед, вот это правильно. Так, нельзя туда прыгать ни в коем случае. Нам надо убить этого Снейкхеда. Сначала. Довольно. Решим все здесь и сейчас. Что ж, приятно. Я принимаю его вызов. Он решил бросить мне вызов. Что ж, я принял. И он остался без башки. Конечно же. Куда нам там надо спускаться? Спасибо тебе за все. Что ж, на сегодня все. В следующей серии... Нет, туда нам нельзя. В следующей серии мы будем заниматься тем, что начнем уничтожать Локо-синдикат. На сегодня все. С вас Ликос Пописозы, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока. Долгий получился выпуск.